поднимаемся на гору. Ой-ой-ой. Приехали прям в саму крепость Аланийскую. Вот на какую красоту мы забрались. Всем приветики! И от Оли вам приветики. Привет. Да. Из Анталии, в Аланию. И всем привет большой на весь земной шар. Вот здесь мы и погуляем, здесь полюбуемся красотами, посмотрим. Правда, была здесь много раз, но все равно и еще разочек побываю. И вам покажу. Не отключайтесь, будьте с нами на связи. Вот сейчас вот эта вот рабочая штучка, сейчас вот это вот полетит. Мы же типа приехали по работе, и заодно я покажу вам вот эту красоту. Прикиньте, какая веселая работа, да? Вот это я тут попала на счастье. Спасибо Ольге. Какая красота, экскурсия какая образовалась. Ну и ладушки, вот хорошо. Пока ребята работают, сейчас он полетит. Давай, Жужечка. Ой, 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 замотал крылышками. Вот тебе, батюшки, вот он. Полетел тоже красоту снимать. Давай. Счастливого пути. Как это, как бабьюшка говорила-то? На метле села и полетела. В добрый путь. Лети, мальчик, лети. Или кто это? Мальчик это? Мальчик-дрончик. Лети, лети. Ой, не надо, на меня так близко. Здравствуй, здравствуй. Ты на меня смотришь? Привет. Все, лети, не жужжи, пожалуйста. Я там боюсь уже. Это Красная башня. Туда дальше вот идет крепость. Крепость Алании. Да. Виды, конечно, обалденные сверху. Так хорошо. Кстати, погода прям чудесная. Так и шепчет. Снимай все подряд. Туристы сюда все подъезжают. А может и не туристы, может тоже кто-нибудь тут по работе катается. Вон туда дальше, я так понимаю, там Махмутлар и все остальное. А это... Алания, так, ему понятно. Бортик такой, хотела встать, думаю, пойти, но нет. Я лучше обойду машину, а то сейчас куда-нибудь улечу вон туда за забор. Так, эзан начал петь, сейчас я обойду. И туда. Вот люди тоже приехали полюбоваться. Сейчас куда-нибудь дочапаю. Так, ну тут вообще вот так вот просто. Вот раз так и обрыв. Как-то это. Ну, надо тут вот заборчик, я так думаю, поставить. Кто-нибудь улетит какой-нибудь. Товарищ. Ой, Оля у нас где-то там в зубьях этой крепости. Чешу и я туда тоже. Какая замечательная экскурсия выдалась. Прям вот нежданно-негаданно. В Аланию, конечно, не собиралась. Я хотела в Мармарис съездить. Но в Мармарис нужно сдавать ПЦР-тесты. Сейчас машина проедет, а то она мне очень шибко мешает. В Мармарис, я у гида, у нашего Сергея спросила, в Мармарис нужно сдавать ПЦР-тесты, потому что это другая провинция. Провинция Мула. А по провинции Анталия можно ездить с тем, с чем я приехала. Вот с этим пешеходом, то, что я сдала тут ПЦР. Это здесь можно. И то, по-моему, сейчас мелькало в новостях, что что-то опять какие-то ограничения, ужесточения. Но я уже тут не парюсь, хотя бы буду по провинции Анталия путешествовать. Алания – это тоже провинция Анталия, Сидея и туда в другую сторону. Это все можно с моими документами съездить. Мармарис очень, конечно, жалко, не получится, но заморочек я не хочу. Я приехала отдыхать и хочется очень отдохнуть. Все, пойдемте дальше погуляем.
галочками здесь, кажется, мы с вами здесь ходили, да, когда на фуникулёре сюда вот поднимались. Поэтому так джин-джин на машинке поднялись. По работушке. Кому-то по работушке, кому-то вот праздник. Чтобы просто погулять. Летит, летит назад, вернулся красавчик, а то его потеряли. Жужечка, что ж ты так напугал-то всех? Спрятался не знай где. Да. Тут прятался, его тут потеряли, искали, ну слава богу, вернулся. Здесь много рядов. Ага. Много рядов этих стен, и они похожи все, когда снимаешь. Камни? Ага. Ну слава богу, вернулся Жужечка. Солистый, сейчас меня будет снимать. Я тут и репетирую. Где я скажу вам здрасте? Ай да уже, Оля. А, три. Вот, еще одно приветствие из Алании. Всем приветики, всем здрасте. Тут мы, тут Алания. Сейчас мы поедем в другие места. Всем большое-большое привет. Уезжаем, мы уезжаем в другое место. Крепление в арбузной водичкой. Понимаешь, что там? Экстра лимон. Вот, вот. В такую жару только как раз что-то попить холодненькое. О, вот он сфокусировал. Арбузная клубничка, клубничная водичка. Мы едем дальше. О, а здесь вот. Здесь остановка он какая-то вот. Буква Д. Это Оля, Слава, это опять для вас информация. Буква Д, это значит остановка. Дур. Да, да, да. Так, мы опять по кладбищу, что ли, едем? Тут опять кладбище? Да, через полчаса. Нет, тут... Наверное, дрон этот. Ну? А чуть-чуть? Ну да, смотрю так. И базар тут главный, и кладбище, а? И все на свете. Стройным я пользовался вчера. Туристический. Вон, видите, сразу тут и тряпочки продают, и кладбище там рядышком прям. За камушками. И просто жилые дома. Кактусы продают. Вот где рыба. Тебя ждало прям место. Так, это вход в музей туда, вот, ну, с другой стороны. Билетики. Билетики стоят. Вот такие 30. Цены, смотрите. А здесь, наверное, чем нам музей? С музеем он 50, 70. А такие 30 лир. А нам же не нужно везде, мы же не пойдем. Как-то так. Все, потом через турникет проходить и туда гулять. А мы во всем этом погуляли с другой стороны и посмотрели все эти виды. Мы просто прогуливаемся по вот этим местам, которые бесплатно идут с видами на окрестности Алании. Едем вниз, спускаемся. Олю вот уже... Олю вот уже припахали. Она тут уже работает. Подрабатывает. Держит камеру огромную. Съемка продолжается. Попадет, пускай и машина, и помойка, все будет.
по этой брусчатке. Историческая ценность. Хотел бы я хоть мышцы подкачала, что ли. Она тяжелая, хреновая. Тяжелая камера? А то. Двумя руками держусь. Конечно, такой агрегат. Ой, там кактусы были такие большие. Для галочки, галочки. Это прям кактус даже с этими пупляпочками. Как называют? Забыла, как называют, которые на кактусах растут. Съедобные вот эти вот уже. Но как-то у нас там не получилось. Спускаемся вниз. Скачем вниз. Как раньше на телегах-то скакали по этой брусчатке, елки-палки. Все кишки, наверное, вытряхивали. Да еще на осликах. О, мы здесь были. Я помню. Я помню это место. Мы возвращаемся. Ой, ура. Вроде бы асфальт начался. Как мягко поехали-то. Ну, не всегда. Еще продолжаем скакать. Ольга работает. Теперь мы ехали-ехали, да, и приехали. Оля сказала, что мы приехали в офис пить чай. Идем пить чай. Пойдемте, кто с нами? Пойдемте в гости, я сама тут первый раз. Пойдемте в гости, Оля говорит, пойдемте в гости. Я сама первый раз. Ну ладно. И сами идем, еще и людей с собой на камеру волокем полпланеты.